студента не под дискотечные ритмы, а в литературном салоне, в изысканных вечерних платьях и строгих костюмах. Современные молодые люди взглянули на себя по-новому и вспомнили лучшие российские традиции. На репетиции всего неделя, и вот зимний молодежный бал пригласил гостей. Первый среди них – глава Анапы. Сергей Сергеев с удовольствием отметил, молодежь сама стремится к общению друг с другом и находит замечательные формы для встреч. Я уверен на 100%, будущее именно за вами. За теми, кто выходит на улицу, кто совершает добрые поступки, кто чтит нашу добрую историю. Я хочу вам пожелать сегодня, чтобы вы больше впитывали позитивную информацию, чтобы вы имели возможность учиться под мирным небом. Это сегодня очень и очень актуально. Вальс, полька, полонез – 25 вальсирующих пар. И это только начало. Как признались организаторы Управления по делам молодежи, они не ожидали такого интереса к их идее. Мне кажется, очень удачно, потому что вот сейчас мы сидим, наблюдаем за вами, как вы танцуете, и без сомнения хочется присоединиться к вам. Без сомнения хочется еще и еще смотреть на вас, потому что дамы очень прекрасные, а кавалеры очень галантные. В официальной части наградили заместителей и руководителей по воспитательной работе учебных заведений города и самых активных студентов. А в неофициальной танцевали и пели вместе с ансамблем «Забава» Тухмановскую во французской стороне. Снимемся, снова, 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 снова.